Ну, здорово, с вами снова Никита Блуд и Тимур. Всем привет. Ой, только сейчас заметил, что у нас с тобой ранги одинаковые, 23-е. И почти одинаковая полоска. Мы проходим Coop Mission Rescue. Это, опять же таки, возвращение в прошлое. 2014-15 год. Перепроходим эти карты, смотрим их работоспособность. И ждем ваши лайки. После небольшой рекламы, кстати. А что после небольшой рекламы? Правильно, прохождение. Приятного просмотра. Так, тут что-то с заложниками связано, я уже не помню. Ну ладно, плейнбомб. Стой. Никакого стой. Стой. Я хотел сказать... Что? Что? Смотри, ты челик. И он опять дохлый. Да, я вижу. Видимо, любит постоянно умирать. Блять, опять умер, ну, надоел. Опять сдох, заебал. Ладно, бери залога. Let's go. Так. Как мы видим, мы попали на карту KS Office. Это KS Office Source Advice, что вам слив сейчас сделаем. Да, эксклюзивчик. Да, Габен нам предоставил. Как ты кажется? Ох, чувствую, сейчас будет залет сверху. Кнопки как фонари какие-то. Это есть фонари. О! Ага. What the fuck? Проблемка есть. Ты меня видишь? Да. Я немного застрял. Бот прямо подо мной заспавнился. Мы прибегаем к СВЧице на уклипу. Ибо отсюда никак нам не вылезти. Бы мы не использовали на клип, мы бы остались тут навсегда. Ну да, либо же до МП рестарта. Опа, нихуя. Берем дигл в руки и... В атаку! Два бота, да, да, там в одном месте два было. Пиво. Блять, нет пива. Ох ты, блять. Так, ну с бота немножко поломались. Ух ты ж, блять, нихрена себе, чуть не закончился. Опа, ну-ка. Показываю профессиональное вождение. Последний раз. Ой, садись, можно. Да. Ну ты сядешь. Я не могу сесть. Я застрял. Это плохо. Едь дальше без меня. Легко сказать. Работягу проебали. Ух ты, ебать, FPS умер. Блять. А куда ехать? Что? Нет! Уа! Она жива. Бля. Нормальные диски поставили. Чем тебе диски от Ахмеда не устроили? Да он все качественно делает. И всего за 500 рублей. Ну. Звучит хайпово. Блять! Увернулся. Блять! What the fuck is this? Я чувствуюсь нам не сюда. Я тоже так думаю. Да-да.
Три из трех. Я говорил, что так будет. А куда нам поехать-то, блять? Налево куда-то. Я говорил, что так будет на карте Cope Rush. Пиздёж. Мы дойдем до того места и к вам вернемся. Это будет буквально через секунду. Я хлопну сейчас, и мы уже вернулись. Пошли шашлычок ебанул. Блять, не видно нихуя. Стеклом. Пиздец. Что здесь берем? Патронов. Ладно, будем аккуратно тогда ехать. Без лишних выебонов. То когда максимальную скорость развиваешь, ух ты, 20 FPS. И где, блядь, становится хуёво, едем. Да ты всё равно тачку ебешь. Да не. Это надо, блядь. Надо понять, куда ехать. Чеща поезд совьёт. А, ну видимо... Блядь, что это было нахуй? А, не даёт, значит не туда. Знаешь, туда действительно нужно ехать. Только как-то по-другому. А, трамплинчик. Там трамплин? Это про этот. Не дает. Не, вот. Не дает. Бля, походу опять оружие в машине. В колесе застряло. Где трамплинчик-то? Это вот трамплинчик. Фон слева, может, туда? Да, пробуем. Ну-ка. Собственно, сейчас будет опять. Сейчас будет суета. Опять машина перевернется, да, как обычно? Да как нет. Обычно. Обязательно это делать? Мы не можем просто объехать? Не, не можем. Блять, это пиздец. Тихо, тихо. Мне, блядь, страшно за эту машину, нахуй, которая еле едет. Ну, кстати... Смотри, как в хаммере она сделана, эта машина. Ух, блядь, что это? Это чувак. Это я вижу. Какого хуя он тут делает? Это хуесос. Иди он. Садись. Сейчас будем суету наводить. Ёбаная машина. А, блядь. Ты чё стреляет, блядь? А тебе... Блядь, так... Это непросто сделать, если честно. Уф. Ебать, ну мы сделали. Я чё справа? Не, какие-то машины. Вон. Мы как будто такие, блядь, вместо колёс. Чё-то с колесом случилось. Там насадки на колесах, ты видел? Там какие-то металлические насадки. Чё-то с одним колесом случилось, потому что мы немножко хуёво едем. Ой, я забыл хлопнуть. Поздно. Мы вернулись. Хлопнешь за здоровье Собянина, нахуй. Бургер. Кинг говно. Блять, у меня перезарядка. Блять. Все, так, только один. Всего лишь один. А у меня три патрона. Вообще классная игра. Так вам подбери, блять. Блять, суета. Бизон. Слушай, знакомый домик. И знакомый лифт. Ах ты морда, сука. Это не дом. STX-овская. Есть карта, да? Элеватор называется. Это STX. А-а-а. Ну, блин. Он сделал, он имеет право заимствовать это. Твои же карты. Блять, я выпускал по ней видос недавно. Ну, не видос, а тест. Когда мы на тесте были. Вот морда, а. Ясно, нахуй, все. Блин, типа элеватор сорс он делал? Там, типа, едешь по лифту и смешняки всякие ловят. О! Что? А, это они вместе были, я думаю, я не заметил чела. Че, какой нахуй сорс? Просто карта для фана. Ничего сложного. Ничего сложного, но... Какая конча. Победа должна быть. Машина была перевернута, все равно мы это зачтем. Ну, и не забудь. Зачти. Да. В общем, все вполне нормально. Ну, это когда чуть поломаннее немножко, чем остальные. Но в целом тоже
здоровая, играет, возможно, вы сами это видите. Поэтому ставьте лайк, на канал подписывайтесь, можете на Тимура подписаться, но я вам не советую. А хули ты ничего не делаешь? Спасибо всем за просмотр, до скорых встреч и пока-пока. Всем пока.